сейчас я предлагаю сделать самую простую поделку из мыла. И эту поделку я предлагаю сделать из нашей основы Active Color, классический красный. Открываем микроволновку. И разогреваем. Форма, которую я предпочитаю скрепить резинкой. Давайте мы ее побрызгаем немножко спиртом. Я взяла сегодня необычную отдушку, хочу виноград красный, потому что мне нравится, как он пахнет. С одной стороны, он пахнет таким соком винограда, даже не столько листьев здесь не чувствуется совершенно, только виноградный сок. Мне почему-то хочется, чтобы роза у меня пахла виноградом. Мы получили расплавленную основу, абсолютно равномерно расплавленная. Вот она. Все, что нам нужно сейчас сделать, это помешать, дождать несколько секунд и закапать отдушку. Здесь у меня примерно 95-105 грамм основы нужно будет, поэтому отдушке подойдет где-то капель 15. Мы накапали, перемешали и заливаем всю эту форму. Обратите внимание, у нас есть такая штука удобная в формах. Называется она антивытекайка. Вот эта антивытекайка позволяет нам залить в форму ровно столько основы, сколько требуется, при этом она не вытекает за края формы. Мне кажется, что это очень удобно.